Витископ. Мы предлагаем два принципа. Первый принцип – спорт высших достижений через федерации рейтингования. Спорт, массовый спорт, адресная компенсация за каждого спортсмена. Теперь следующий уровень работы, над которой мы работаем сегодня, это уровень задач. Это задачи, сама формула рейтингования и технология. Но при этом тут надо заметить, что даже если мы немножко ошибемся на каком-то этапе с технологией, мы всегда сможем ее подработать. Почему? Потому что в законе заложен принцип. А технологии — это то, что уже могут менять, вот то, что может меняться впоследствии и дорабатываться. Мы должны идти сейчас в, скажем, синхронно с теми реформами, которые происходят в стране, а именно децентрализация. Нам трудно сейчас сказать точно механизм того же адресного финансирования, пока мы не знаем, в каком бюджете будет находиться спорт. В местном бюджете массовый спорт, либо в центральном бюджете. То есть это та работа, которая должна делаться на следующем этапе, она уже готовится. Мы ждем, когда уже будут переназначены министры для того, чтобы встретиться в Министерстве регионального развития и обсудить вопросы децентрализации и именно вопросы, как правильно готовить наш вопрос. В нашем деле те подходы к реформе и те принципы, и ту концепцию реформы, которую мы уже разработали и предлагаем, она полностью соответствует тем целям и задачам, которые стоят перед правительством и перед парламентом. И для меня, как для руководителя рабочей группы, это очень обнадеживающий сигнал. Витископ. Спортивное видео.